член жюри, первый член жюри, Ксения Струдовцова. Приветствую. Ксения, мастер спорта по спортивной гимнастике. Победитель второго межнационального фестиваля «Российский пилот». Победитель международного чемпионата по полу. Номинации по Pole Dance Art, профи, золотой пилон 2012 года, руководитель школы-студии Pole Dance Корона. Следующий член нашей жюри. Виктория Зимина. Зимина, город Краснодар. Хореограф-постановщик по стрип-пластике Pole Dance Go Go. Финалист второго Кубка России по Pole Dance. Проходила мастер-классы и обучалась у известнейших преподавателей Европы, призеров мирового уровня, таких как Феликс Кейн, иконы Pole Dance. Лучший хореограф Краснодара и Красноармейского района 2011 года. Победитель множества танцевальных батлов. В прошлом занималась легкой атлетикой, 8 лет отдала конному спорту, кандидат в мастера спорта. Член межрегиональной общественной организации танца на пилоне и фитнеса. Как и ваш покорный слуга, то есть я. И третий наш участник. Поприветствую. Марина Мадохнова. Марина — выпускница Санкт-Петербургского университета культуры, чуть не сказал академии. Культуры и искусств по классу хореографии. Более того, у Марины еще есть музыкальное образование. Хореограф и преподаватель с 10-летним стажем Pole Dance в школе танца Диватан Санкт-Петербург. Этот человек-легенда российского Pole Dance, посмотрите. Вы будете рассказывать детям и внукам. Именно благодаря таким, как Марина, Блейки и другим основателям Pole Dance, мы сейчас имеем то, что имеем. Мы чемпионы мира, чемпионы Европы и так далее. Спасибо. И теперь я представлю первую нашу участницу. Это Антонина Бахметьева из города Краснодар. Школа Angels Studio. Антонина выступит с номером, который называется «Звездный вальс». Встречаем!
поприветствуем Антонину. Открою вам небольшой секрет. Антонина самая юная участница нашего фестиваля. На втором фестивале, на шестом фестивале прошедшем она заняла третье место, что очень даже хорошо. Более того, в этой номинации, которая раньше называлась «Открытие года», участвовало очень много сильных участниц. Сейчас мы переименовали номинацию «Надежда Пилона». И как раз Антонина тот человек, который именно на все 100, даже 150% отвечает именно этому качеству, свойству. Надежда российского пилона! Похлопаем еще раз. Не скупимся на аплодисментах. Представьте, люди приехали вообще с Краснодара. Они 5 часов стояли в пробке в Ростове на въезде. Ростов папа жесток и несправедлив. Не, ну смешно, серьезно. Одесса в этом плане добрее чуть-чуть. А следующая наша участница приехала аж в Самару. Представьте, Самара — это 1400 с лишним километров. Это, в общем-то, почти как из Санкт-Петербурга. Так далеко еще никто к нам не заезжал. Даже питерцы пока на это оказались не способны. Кроме нашей дорогой уважаемой Марины Матухновой. Итак, значит, Наташа будет выступать в номинации «Мэтрес», богиня пилона, которую Ксения Струговцова называет «Арт Пол Дэнс Профи». Номер называется «Снежная королева сны Акаи». Околдовала снежная королева юного Кая, но сама полюбила его, но суждено им было быть... Не суждено им было быть вместе. Близился час расставания. Еще бы, через неделю конец света. Итак, встречаем бурные аплодисменты. Наталья Шеванаева, город Самара. Это все последний раз, и ты забыл свой страх. Только я и ты.
лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном. Напомню тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду. И слезы твои своей рукой оботру. Ты узнаешь о том, где я не был и где был. Я скажу тебе просто, я тебя не забыл. Все исчезнет, растворится, все растает дотла. Улыбнувшись, я увижу, что меня ты ждала. Ну а пока я вижу слезы, слышу шепот твоих фраз. Я ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз. Последний раз я здесь, последний раз ты со мной, последний раз я. Поддержим громкими аплодисментами. Огромное спасибо. Я раскрою вам небольшой секрет. Наташа Шаманаева приехала.